Так, наша следующая локация, одна из моих любимых, кстати говоря. Почему, сейчас объясню. Ну, точнее, вы сами все увидите. Посмотри на эти горы в снегу, это просто сказка. Просто fairy tale. Кстати говоря, вот что интересно, здесь каждый сезон приезжаешь и что-то новое. Вот чем интересно, вот Британская Колумбия. Тем, что здесь сезоны все-таки есть, и у каждого сезона свои красоты. А, допустим, в Австралии у меня друзья живут, и они жалуются, что там сезонов как таковых нет. The Blogger. Помнишь, я тут улетал уже однажды? О, мам, привет тебе, как у нас в огороде росли, видишь, нарциссики. Или что это такое? Танюха, это нарциссы, я не опозорился? Тут цвета всевозможные, радуют глаз. Да! Интересно посмотреть на эту перспективу. Кто-то видит вот такую красоту каждый день, просыпаясь. Из окна. Интересно, они еще видят эту красоту или уже для них она приелась? Когда в Ялте жил, все отдыхающие нам говорили: о, как у вас красиво, но мы, наверное, не отдавали себе отчета, потому что видели это каждый день с детства. Мне всегда нравится вот в канадских пляжах вот это вот такой романтический хаос какой-то, то есть здесь навалены эти бревна. И на них удобно, кстати, сидеть. Видите, когда прилив, все зеленое и влажное. Вода доходит даже до сюда. Кстати, часто здесь очень много мидий можно видно на скалах, на камнях. Тут почему-то их нет. Но вообще мы знаем пляжи, где мидий просто немерено. Вот тут видно какие-то, видите, маленькие.
Крабы тут тоже всякие маленькие лазят, греются на солнышко. Смотри, Тань, тут мокро. Кстати, ребята, вот здесь, вот где-то упал мой дрон. Когда-то. Вот здесь. Я помню это злополучное место. Вот здесь он у меня рухнул. Факт в том, что он летел, мы были там на пляже. Я его запустил. И он далеко в ту сторону улетел. А потом вот здесь почему-то над крышей он потерял сигнал. Батарейка еще была целая. И вот представьте ситуацию, либо он не долетел бы, упал бы на крышу, и как бы я с ним бы попрощался, либо он бы перелетел вот эту вот площадку земельную и упал бы в соленый океан, и ему бы пришел дядя Карачун. Либо вот сюда, если бы он об асфальт шваркнулся, тоже, думаю, ему бы от этого не было хорошо совершенно. Мы сейчас вот пойдем вот туда на viewpoint. Кстати, интересно, что летом там есть флаги разные висят, а на зиму их почему-то снимают. То ли потому, что они рвутся от ветра сильного, то ли от того, что людей здесь мало зимой. В общем, здесь можно находиться долгое время, и эти виды, я думаю, не надоедят, если есть такое слово, в течение, я думаю, нескольких часов как минимум. Тут надо барбекюшницу взять с собой и кайфовать. Столик. Еще ветерочек такой, думаю, дует, так как-то прикольное ощущение. Морской воздух прям такой насыщенный. Чайки кричат. Класс. А вот и мидия, о котором я вам говорил. Смотрите. Вот если вы присмотритесь вот туда, на камнях, там их достаточно большое количество. Такая настоящая океанская погода. Сколько я здесь не бывал, я просто от этого вида кайфую. Хотя, честно говоря, здесь вот чем Британская Колумбия сильна, это тем, что здесь очень много парков, очень много рек всяких, озер, океан, понятное дело, и вот такие вот заливы, лагуны, они, конечно, ай-кетчи, как говорят. Виталий, ну что, остаемся тут? Невозможно не оставаться. Нет, невозможно оставаться, слишком дорого оставаться.
Так ты забыл, у нас же есть ресурс такой, который всегда помогает в самую последнюю очередь. Какой? Пустые бутылки собирать. Почему, если с бомжами подружиться, они покажут тебе рыбные места? Где-то птички кричат, не могу понять, где они. Такой голос птенцов, а летят как будто уже такие матерые, знаешь. Классно, что ясная погода, видно горы, хорошо, четко. Да, футаж должен быть четкий. Ветер сильный, я тут уже летал. Сильный ветер, да? Это сильный ветер, да. И плюс, у меня уже здесь есть видео. Конечно, может быть, нет зимы такой красивой, точнее, заснеженных гор, но более того, я в машине его оставил. Даже вон дно колоритное, смотри, оно не просто какое-то вот каменного цвета, оно вот прям зеленое, как будто краска выкрасили. Ну да, ну так не везде это видно. Вот, допустим, если ехать дальше, там еще одна лагуна будет, там все чисто вот как-то, наверное, зависит от того, насколько плоскость ровная. Каждый вечер, каждый день уходит, да, и потом приходит. Сейчас я вам покажу один секретненький пляж. А тут надо сделать фоточку. Романтик. Так, любителям там всяких цветочков, вот, пожалуйста. Вот вам. Не знаю, что это за синенькие цветочки такие. Но цвет красивый. Так, меняем перспективу. Хотели бы вот в таком домике жить и иметь вот такой вот вид из окон? И думаю, мало бы кто отказался от такого предложения. Где-то цветы цветут, а где-то еще кусты голые стоят. Так, пойдем посмотрим. Тут есть видовая площадка. Такая уютная поляночка. Сказка, в общем. Вот там, видите, дым идет. Это переправа. Ferry. BC Ferry. Не знаю, будет видно вам, нет? Дым. А якобы они хотят перевестись на электрические паромы. Сейчас стало модным трендом говорить об экологии. Поэтому, возможно, это скоро случится и здесь. Ну вот, как я вам и сказал. Здесь вот тот пляж. И там вот дальше, если по нему можно пройтись. С детьми, конечно, этого делать не буду сейчас. Но там тоже классные виды за каждым поворотом. Вон кто-то змея пускает. Вот. И самая классная прелесть всего этого места, что здесь немного людей. А почему? Потому что люди не знают, как туда пройти, на тот пляж.
такие островки тоже мне очень нравятся, которые в океане находятся. Тоже вносят такой колорит, уют. Тут вот видео, опять же, есть у меня эта площадка, и тут обычно такие флагштоки стоят со флагами Британской Колумбии, Канады, по-моему, два флага здесь. Так, у нас там пирожные с собой, чаек. Я думал, что все люди за мной пойдут. А получается, они сейчас без меня будут кушать чаек и пироженки. Мне такой сценарий не очень нравится. Поэтому надо возвращаться. Красивые горы. Вот эта надпись меня огорчила. А у меня там в рюкзаке лежит. Пам-пам. А теперь мы пришли к пункту назначения. Сейчас постараемся подойти поближе к нему. Это какая победа у тебя?